Как-то раз с друзьями мы решили отправиться в небольшое путешествие. С собой решил взять новенький DJI Mavic Air 2. Пульт, как оказался, очень удобным. В комплекте идут дополнительные провода для разных телефонов для подключения к пульту. И также дополнительные пропеллеры. Обязательно все заряжаю перед поездкой. Также взял с собой фоторюкзак от PGI, которым сейчас пользуюсь. Отсек для быстрого доступа к сумке, который идет в комплекте, чтобы удобно было переносить фотик или квадрокоптер. Крепится как на пояс, так и на плечо. Липучки настроил под DJI Mavic Air 2. Взял дополнительные аккумуляторы. Также вмещает зарядки и фильтры. Здесь я обычно храню телефон или документы. При необходимости можно увеличить. Конечно же, еще сумку, GoPro 8, Max и крепление аксессуара, которым я часто пользуюсь. Взял медиамод. Ну и, конечно же, еще сумку с аксессуарами. Удобно, когда все хранится в одном месте и не забывается, не теряется. Настроил липучку под сумки. Взял дополнительный объектив. Фильтры для GoPro 8 ND от Polar Pro. Еще фильтры для зеркалки. Свет, чехлы. Сюда я буду брать зеркалку. Отсек для ноутбука. Дополнительный отсек, куда я убираю свой стаб DJI Ronin SC. Удобно, когда ты видишь, какие аккумуляторы заряжены, а какие разряжены. Быстрый доступ к камере или квадрокоптеру. Влагозащитный отсек. Сюда можно убрать штатив либо водичку. Здесь можно хранить документы. Чуть не забыл, в комплекте идет дождевик на рюкзак. Поспал всего 2 часа, а еще нужно обновить и активировать Mavic Air 2. Весь процесс занял 15 минут.
If I could, I would be right here.